Мама, это тебе! Спасибо, какая красота! Мне очень приятно. А теперь купаться. Фу, не хочу купаться. Да ты что, купаться? Это же так здорово! Смотри, какая пушистая пенка! Ого, как вкусно пахнет! Клубничная! А голову мыть обязательно? Конечно, но не бойся, этот шампунь не щиплет глазки, ведь он сделан специально для малышей. А еще шампуни можно делать смешные рожки, это так весело! После купания наносим крем, чтобы кожа была мягкой и нежной. А кто слушал, молодец! О, он уже спит? Эта пенка для ванны отлично успокаивает перед сном. Мам, кажется, мне тоже пора купаться! Хочешь такую же косметику? Попроси родителей купить ее на Валберис или Озоне. Спасибо, Тобот! Так, ну что, дом готов! Ой, привет! А мы с Тоботами такой большой дом построили! Хорошая работа, но нам пора в гараж. А может быть, еще поиграем? Ой, а это не ваш друг? Сломать, разрушить. Поджечь, сломать, разрушить, поджечь, сломать, разрушить, поджечь, сломать. Что ты наделал? Мы же тут играли! Тобот! Что с тобой? Кажется, у него сбились настройки. Настройки, настройки! Ой, дом горит! Ломать. Рушить, поджечь, ломать. Смотрите, Тобот приближается к нам. Нам нужно как-то изменить его настройки. Собачка, помоги мне. Нужно отвлечь Тобота, а я изменю его настройки. Есть. Рушить, поджечь. Эй, Тобот, смотри, какая у меня башня. Хочешь ее сломать? Крушить, ломать, поджечь. Крушить, ломать, поджечь. Эй, Тобот, привет. Крушить, Тобот, ломать. Изменить настройки. Раз, два, три, четыре, пять. Завершить. Готово. Всем привет.
что я здесь делаю? Кто вы такие? Почему пахнет дымом? У тебя сбились настройки, и ты все нам сломал и поджег. А твой друг Тобот починил тебя. Спасибо вам, друзья, вы помогли стать мне вновь добрым. Нам пора трансформироваться и уезжать в гараж. Я все потушил. Трансформация завершена. До свидания. Ох уж эти тоботы. Ну что, собачка, давай снова соберем домик. Пока-пока! Всем привет! А мы играем в прятки! Прятки – моя самая любимая игра! Ну что, прячьтесь, а я буду вас искать! Раз, два, три... 4. Ой, куда же мне спрятаться? Я знаю отличное место. Побежали. Пять. Привет, царевна. Мы слышали, вы играете в прятки. Возьмите нас поиграть с вами. Здравствуйте, тоботы. Вы такие большие, что я вас сразу найду. Так что я не хочу с вами играть. Царевна, царевна, на помощь! Слоненок прятался и застрял. О, где же он застрял? Царевна, царевна, слоненок вот здесь застрял. И как же мы теперь будем вытаскивать слоненка? Спасите! Помогите! Царевна, мы можем помочь выбраться слоненку. Мы сильные и крепкие тоботы. Мы разберем домик. У нас много силы. Но если вы такие сильные, то помогите нам, пожалуйста! Ребята, за дело! Есть! Готово. Ребята, молодцы, отличная работа. Спасибо, тоботы. Тоботы, спасибо, что вытащили слоненка. Я даже не знаю, как вас поблагодарить. Хотя, а давайте поиграем в прятки. Ну а с тобой мы увидимся в следующий раз. Пока-пока! Так, смешаю цвета. Ой, привет! Ребята, а у меня тут знаете что? Вдохновение проснулось! Очень я люблю рисовать. А что бы мне нарисовать? Может быть, овощи или фрукты?
А может быть тебя? Меня? А может позовем друзей и нарисуем их портреты? Замечательная идея! Я даже знаю, кого мы позовем. Вот, мои любимые игрушки. Их буду рисовать. Мур, мяу, привет! Ура, мы будем играть! Да, но не совсем. Мы хотим нарисовать ваши портреты. Мур, а можно меня первого? Конечно, можно! Садись поудобнее. Мяу! А вы знаете, если смешать желтый вместе с красным, то получится мой любимый оранжевый цвет. И мой. А я знаю, если смешать желтый и синий, получится зеленый. Так, желтый, синий. Ух ты, смотрите, зеленый цвет. Так, не двигайся. Мрррр, царевна, а ты хорошо рисуешь? О, конечно, лучше всех! Так, голова, ушки, так, усики, вот сюда, ручки, ножки, и хвостик. Готово! Смотри! Какое сходство! Я настоящий художник. Мур-мяу! А это точно я? Какие-то маленькие глазки и лапы короткие. Не похож. А что? Смешно получилось. Ну, раз тебе не нравится, я буду медведя рисовать. Давай я тебя нарисую. Ой, а вдруг я тоже не получусь? Меня сложнее рисовать. Царевна, ты постарайся, тогда у тебя точно получится. Постараюсь. Ушки, носик, глазки, улыбочка, так, лапки, ножки, шарфик. Ой, разве это я? Царевна, ты так быстро нарисовала! Может быть, не надо было торопиться? Всем привет! Ой, ребята! А почему вы такие грустные? Что случилось? Царевна нарисовала нас и теперь смеется над нашими портретами. Ай-яй-яй, непорядок! Царевна, а ты старалась, когда рисовала? Нет, я люблю быстро рисовать. Стараться – это скучно. А я сегодня как раз тоже рисовала. Вот, посмотри, я нарисовала тебя. Ого! Меня? То есть себя? Ну, мы же с тобой похожи, как две капли воды. Ух ты! Какая красивая!
Какая корона! Сарафан! Как похожи! Очень похожи! Я рисовала тебе целый день, старалась. А ты, кажется, совсем не старалась, когда рисовала своих друзей. И теперь они очень расстроены. Мур-мяу! Мяу! Расстроились? Но я никого не хотела обидеть. Простите меня, друзья! А давайте я нарисую вам новые портреты. Обещаю, я буду стараться. Да, я так хочу красивый портрет. Мррр, и я. Ну что ж, тогда я буду вашим учителем по рисованию. Итак, юные художники, вы готовы? У всех есть карандаши? Да, да, у всех. Ну что, сейчас у нас начнется урок по рисованию. А ты любишь рисовать? Тогда нарисуй мой портрет, выкладывай в Инстаграм и ставь хэштег «Жила-была царевна». И я его обязательно увижу. Пока-пока! Привет! Смотри, кто сегодня у меня в гостях. Это Кей, это Альф, а это утенок. Это самые настоящие роботы-поезда. Царевна, а разве Селли не у тебя? У меня? Селли? Да, мы думали, она тут. Может быть, она отстала от вас и заблудилась? Нет, она умчалась первой и сказала, что будет ждать нас у царевны. Ну и дела. И где же нам ее теперь искать? Погодите, у меня кое-что есть. Селли перед прогулкой передала мне это. Ух ты! Это карта. Сокровищ? Нет, это не карта сокровищ. Здесь какие-то закорючки. Крючочки. Не понимаю. Похоже, что карту рисовала сама Селли. Кря? Кажется, это подсказка, где она? А давайте следовать карте и поймем, в чем же дело. Вы думаете, если мы пойдем, как указывает карта, то найдем Селли? Что-то сомневаюсь. Царевна, пойдем с нами. Вместе веселее! Ну хорошо, только я первая идти буду, а вы за мной. Так, давайте карту. Идем! Царевна, смотри! Ого, вот это гора! И как же мы на нее заберемся? Кажется, нам не справиться. Кряк! Такие препятствия! Друзья, я помогу перебраться вам через эту гору. Царевна, смотри! В карте еще одно задание. Ого! И правда, еще одно задание. Нужно раскрасить карту, и тогда мы увидим на ней Селли. Ну что, начинаем? Так. Оранжевый! Какие высокие горы! А эти горы маленькие. Интересно, где же Селли? О, какие красивые пальмы! Зеленый! Интересно, на пальмах растут кокосы?
Так. Голубой. А это речка. А где же Селли? Точно! Как же я сразу не догадалась! Розовый! По всей видимости, Селли где-то тут. Готово! Ура! Наконец-то вы меня нашли! А я думала, вы не справитесь с заданиями на карте. Селли? Селли, где ты была? Кря! Мы так испугались, думали, ты заблудилась. Я хотела устроить для вас интересное задание, чтобы вы нашли меня. Мы так долго рисовали эту карту с Кейн. Кейн, так ты все знал? Мы специально придумали с Элли для вас эту игру. Думаю, у нас неплохо получилось. Я всю дорогу шла за вами, а вы меня даже не заметили. Хи-хи-хи-хи, здорово придумали. Вот как? Тогда завтра я спрячу от вас. Сама спрячусь и карту нарисую с самыми сложными заданиями. Вот. Ух ты! Обязательно приедем к вам с собачкой в гости. Буду ждать вас завтра. Пока-пока! На очень важном событии. Только что прошла гонка роботов-поездов. И мне поручили очень важное дело — наградить победителей призами. Всем привет! Давай скорее награждать, а то все уже заждались. И приз за третье место получает Дюк. Поздравляем! За второе место приз получает Альф! Хе-хе! Поздравляю! Ну, и наш чемпион — это Кей! Первое место! Хе-хе! Поздравляю! Ребята, спасибо! Была отличная гонка! А теперь давайте-ка дружно на мойку! Поехали! Вау, какая гора! Юху, ребята, мы с вами! Дюк, догоняй! На мойку? Зачем это? Мне это не нужно. Так, наши друзья скоро приедут сюда, чтобы освежиться после тяжелой гонки. Интересно, как это работает? Царевна, не переживай, я уже все включил. Смотри, вон они подъезжают. Царевна, а вот и мы. Вот, и мойка заработала. Прошу вас, друзья, проезжайте. Какая мойка! Юху! Как же я люблю умываться в ней! Но где же Дюк? Он ведь тоже участвовал в гонке. Участвовал, но кажется, он не захотел ехать на мойку и поехал в другую сторону. О нет! Если он не будет мыться после гонки, он просто сломается! Глупый Дюк! Что случилось? Почему мойка не работает? Ну и что же мы теперь будем делать? Где мы теперь будем мыться? Так,
Без паники, я сейчас со всем разберусь. Я лучше всех знаю толк в мойках для поездов. Ой, да что же с ней? Ха-ха-ха, а вот и я. Это я сломал вам мойку назло. Ха-ха-ха. Почему ты такой злой? Зачем сломал мойку и почему сам не стал мыться после гонки? Потому что не считаю нужным мыться. Что мне даст это мытье? Вы все равно меня обогнали в гонке. Царевна, прости, это из-за нас у тебя сломалась мойка. Что значит сломалась? Это я ее сломал. Ах так, ребята, разойдись. Fight. Какой ужас! Прекратите! Дело в том, что Дюк тоже наш друг, но он поражен вирусом вредности. Уже не поражен. Ребята! С возвращением, Дюк! Здравствуйте, Дюк! Меня зовут Царевна. Скажите, а вы умеете так же быстро чинить мойки, так же, как ломать? Думаю, тебе не стоит волноваться, Царевна. Альф самый умелый. Он очень полезен в городе поездов, потому что может починить все, что угодно. Готово! Я починил! Ура! Ура! Царевна, не обижайся на Дюка. У него же был вирус вредности. Вот не знаю, что делать. Простить, наверное, нужно. Ведь у каждого из нас бывает вирус вредности. Прости его, царевна. Простите меня, друзья. Прости, царевна. Ну хорошо, так и быть. Давайте тогда мыть Дюка. А с тобой мы увидимся в следующий раз. Пока-пока! Привет! А мы тут правила дорожного движения в детском саду учим. Скука! Царевна, а ведь правила дорожного движения нужно знать. Когда можно переходить дорогу, а когда нельзя. А я и сама все знаю, без всяких правил. Вот, смотри. Ура! У меня сегодня выходной, и я поеду в магазин за конфетами и игрушками. Царевна, собачка, поедете со мной? О, за конфетами? Конечно, поедем! Машинка, ты чего остановилась? Мы же торопимся! Царевна, мне кажется, на красный ехать нельзя. Посмотри на светофор, он как раз загорелся. Да ничего, успеем! Вы видели? Авария! Нужно срочно позвать полицию! Так. Кто у нас тут не знает правил? Это вон та черная машинка. Она проехала на красный свет. Мы все-все видели. Да, потому что мы торопились за конфетами. Правда же, собачка? Да, но теперь мы попали в аварию.
Ой, простите. Это случайно получилось. Значит, эта авария произошла из-за вас. Нам придется выписать вам штраф, потому что вы не знаете правил. Ну вот, а я думала, знаю правила дорожного движения, и не надо их учить. А теперь мы не успеем за конфетами в магазин. Царевна, не плачь. Полицейская машинка поможет нам. Помогите нам! Да-да-да, помогите им. Конечно, мы не можем оставить их в беде. Красный свет означает стоп. Желтый – приготовиться. Зеленый разрешает ехать дальше. Царевна, машинка, вы все запомнили? Да, мы все запомнили. И больше не будем торопиться. Спасибо тебе, полицейская машинка. Ну что, едем за конфетами? Стоп! Красный свет. Царевна, а почему мы остановились? Потому что красный свет. А это значит стоп. Ой, как же здорово ездить по правилам. Ну что, увидимся в следующий раз. Пока!